Хотел бы показать, как можно спаять дихлоретаном пластик. В общем, чтобы шов получился довольно-таки прочный, пришлось разобрать конструкцию и просто натянуть скотчем две сторонки так, чтобы совместились они идеально. То есть, кому требуется вот идеальный шов, рекомендую сделать растяжку, то есть, чтобы две половинки слеглись, и залить дихлоретаном, после чего прижимаем и оставляем на такое время сушиться, после чего шов будет идеально ровный. Дальше я буду, конечно, этот каркас усиливать эпоксидной смолой, но пока что пока сохнет. Тут у меня еще вот здесь вот шов как раз сошелся. Все это будет у меня сохнуть теперь день точно. Вот такая вот нехитрая конструкция. На этом все. Всем пока.